Но ты проходишь мимо, я спрятала улыбку. Не... Словарь чего? Синонимов? Не важно, чтобы ты... А, и там эти слова-синонимы, типа... Краш! Втюрилась, вкрашилась, в скобочках, то есть, типа, влюбилась. А, она же не влюбилась, она просто втюрилась и вкрашилась. Ой, я в ахуе, блядь. Втрахалась. Зависимость — это влечение, безумство, мания, тяга. Самый механический процесс, снова заиграют гормоны. Это просто что-то в голове, то, что по ошибке называют любовью. Глупый дофамин. Я не знаю, может, у меня что-то какие-то проблемы с видосами, но что-то я в губы в такт не попадают. Что Дэвид Битс, что здесь, а что опять плюс? Ой! Чё там, блядь? Шо? Вернуть книжку. Словарь синонимов. Да, ага. Этаж 5-й ряд, 16-й стеллаж, 18-й полка 1-й, нихуя себе. Угу. Я просто втюрилась, трескалась, крашилась. Кого ты нахуй втюрилась-то, блядь? Того этого самого, который очкастый. Ты его даже толком не разглядела, блядь, уже втюрилась. Он от тебя бегает, блядь, ты что-то тут ходишь, пытаешься какую-то хуйню разгадать, в книжке ковыряется. Я в ахуе вообще. Где он, блядь? Вы его хоть покажите, кто он такой-то вообще? Ботаник какой-то непонятный, блядь, убежал и не вернулся. Я кому-то в книжку втюрилась, в этот словарь санный. Я просто в тебя втюрилась. Кто, блядь? Ну все. Бля, блин, Гарри Поттер. И все? Ну ладно. Чё-то как-то это... Какая-то концовка резкая, типа, бац! Ай. Ну ладно, окей. Да не, ну такой нормальный клип. Милый такой, такой, не знаю, ну что, ну нормальный клип, что без пошлости, без этой хуйни всякой. Вот, да и песня тоже классная. Гачи. Так подожди, нет, мы Гачи уже давно слушали. Гачи-версия, кстати, реально крутая. Да в смысле хуйня, нормальный клип. А чего там ожидали увидеть? Не, я, конечно, тоже ожидал увидеть что-то как-то побольше вот этого, вот ее, вот этого, да? А не вот это вот то-то. А то по итогу как-то не то. Цепина мне, эта сука так манит, закаменел, будто каменный камень. И вообще не забывайте, что я вам должен 13 сабок.